Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесии был организован спортивно-интеллектуальный турнир «VR Зорница». За игрой следил Карча-Биджеев. Спорт плюс интеллект. Студенты вузов Карачаево-Черкесии приняли участие в спортивно-интеллектуальном соревновании. Около 10 команд поборолись за звание самых эрудированных и спортивных. Для того, чтобы победить, здесь недостаточно быть ловким и метким. Нужно быть подкованным в истории военных побед России. Мероприятие объединило, так скажем, всю активную молодежь нашей республики и в основном с локомотивных, так скажем, образовательных учреждений. Мы решили скомбинировать Зорницу, но в современном формате, то есть в виртуальной реальности. Ну и также не забывайте, не упускать возможность, чтобы для студентов, для молодежи дополнительно проводить турниры по интеллектуальной игре. Специально разработанный формат военно-патриотической игры представляет состязание двух команд по 4 человека, в числе которых представлены как парни, так и девушки. Мы подготовились, мы очень хорошо готовились, поэтому я думаю, что мы займем призовые места. Что академия, что колледж. Здесь представлены вопросы из разных сфер, на самом-то деле. И морского флота, и сухопутных войск, и воздушных войск. Оно направлено на то, чтобы молодые ребята, молодежь и студенчество развивало свои знания в тех или иных аспектах, в первую очередь о своей республике и, в принципе, о своей стране. Наверное, самое главное то, что мы получаем какие-то знания, демонстрируем свои знания, слышим и слушаем мнение других людей. Ну и очень приятно проводим время. Конечно, думаю, что выиграем. В прошлый раз наша команда заняла первое место, и в этот раз, думаю, выиграем. Ну, мы как Цезарь пришел, видел, победил. Турнир состоит из двух частей. В первой участникам предстояло состязаться в интеллектуальном сражении. Во втором – состязание по VR-арене, проверка их физической подготовки. Вторая часть турнира была более подвижной. Студенты показали все свое мастерство в умении играть командой. Все участники были награждены сертификатами за активную игру. Само же мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Карча Биджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.